Международный автопробег «Звезда нашей Великой Победы» добрался до Ставрополя. На мемориале «Вечная слава» участников акции встречали ветераны, общественность, активисты, представители краевых и городских властей. К участникам акции обратился губернатор края Владимир Владимиров. Вы сделаете большое дело. Вы сохраняете историю нашей страны, и вы возрождаете тот патриотизм, которым был всегда славен наш великий русский, советский, российский народ. Я уверен, что каждому из вас это мероприятие будет по душе. Я хочу в преддверии праздника всех поздравить с наступающим нашим 9 мая. Я уверен, что, несмотря ни на какие условия, мы всегда будем радоваться и всегда будем отмечать и помнить подвиг вас, дорогие ветераны, и наше участие в вашем подвиге. Спасибо вам! Автопробег стартовал 5 апреля. Акция объединила 65 российских регионов, а также Южную Осетию, Беларусь, часть Украины и Крым. Маршруты выстроены как 5 лучей звезды на знамени Победы. Для этого автопробег стартовал из 5 городов – Архангельска, Бреста, Севастополя, Дербента и острова Русского. Участники акции должны встретиться во Владимире и завершиться проект на Поклонной горе в Москве, посетив более 100 городов. В общей сложности участники акции проедут порядка 50 тысяч километров. Главная задача этого пробега – сохранение исторической памяти о подвиге советского народа. Мы хотим, чтобы у вас у каждого состоялась личная связь, духовная связь с поколениями, для того, чтобы сохранить те великие достижения, которые были достигнутыми нашими предками. Участники митинга возложили цветы к Вечному огню, а затем развернули копию Знамени Победы над площадью у Вечного огня. Полотнище размером в 200 квадратных метров будет передано участникам краевого автопробега «Эх, дорожка фронтовая», который до 8 мая посетит все районы Ставропольского края, а затем примет участие в шествии 9 мая во главе колонны бессмертного полка. Анастасия Петренко, Владимир Кириллов, АТВ «Ставрополь».